Вот это вот резиденция Вышеград. В таком историческом районе современная постройка, при ней ресторан. Довольно милое местечко. Вот эта резервация, в которую я вхожу, это Вышеград. И она внесена в ЮНЕСКО. Тут парк, костел, кладбище, где похоронены очень многие чешские великие люди, композиторы, писатели и так далее. Очень красивое, романтичное место, которое находится на горе. Вот здесь можно купить, покушать. Там вот кафешка уличная, посидеть. Тут же парковка машин. Вот еще мы не вошли в сам Вышеград. Тут и теннисные корты есть, можно играть, очень красивые романтические места такие. Просто супер, если честно, тут очень-очень нравится. Это популярный туристический популярный маршрут. Вот, ну и просто горожане, как я, любят уже прийти сюда погулять. Тут цветочки всякие растут. Симпатичненько. Не могу сказать, что тут какая-то система, какими-то так обрывочками посадили, но в Чехии так не особо, наверное, развита вот эта цветочная культура. Бывает, конечно, на некоторых площадях высаживают какими-то рисунками цветы, но в целом не особо. Хорошенькие цветочки. Люди загорают, там девчонки даже топлес загорали. Вот такое облачко пушистое вдали. А вот здесь вот вид на реку Вултаву, которая протекает через всю Прагу. Вот такая Прага. Вот так мы находимся на возвышенности. Когда-то чехи таким образом защищались от врагов. Вот на такой вот насыпи. А теперь здесь исторический культурный памятник Вышеград. Красивый вид, вообще мне нравится. Картины можно рисовать, если бы умела, обязательно бы нарисовала. Вот сейчас нужно найти какое-то местечко, где нибудь посидеть. Жарко, солнышко палит, потому, наверное, я хочу в тенек больше. Ну, вообще, конечно, красота. Очень мне нравится. Вообще здесь такой вид потрясающий. Вот еще отсюда хочу показать вид. Прага знаменита, конечно, своими оранжевыми крышами. Вот там вот небоскребчики торчат. Я там живу недалеко от них. Я уже показывала вам. Да, собственно, пара станций метро до сюда. Вот такая красивая зеленая Прага. В Праге очень много парков, много очень зелени. Это, по-моему, одна из самых зеленых европейских столиц. Я ее очень сильно люблю. Там мне невероятно, невероятно родной город. Просто я даже не представляю как-то, что я здесь родилась и выросла, потому что Праге и ближе города просто для меня нет. Ну, немножечко другую сторону уже вам покажу. Катаются на лодочках. Там, наверное, ближе к центру катаются и на катамаранах. Вот там вот за деревом. Вот там Пражский град виднеется. Но находится довольно далеко, потому как-нибудь покажу потом, когда будем ближе. Вот такие старенькие развалинки там. Внизу дорога. Вот такая прогуня. Вот это вот костел, который находится на Вышеграде. И вот здесь вот кладбище, о котором я говорила, где похоронены всякие великие деятели чешской культуры, всякие князья. Готика. Мне очень нравится красота. Немножечко покажу вам вот это вот Вышеградское кладбище. В Чехии несколько иное отношение к смерти, нежели в наших странах. Здесь как бы это не считается.
считается, как сказать, это грустное событие, но здесь не считается вот такой вот трагедии, когда человек умирает. То есть здесь на похоронах включают не похоронную музыку, а музыку, которая нравилась человеку при жизни. То есть это даже может быть совершенно веселая, дискотечная, любая музыка, которую просто человек при жизни слушал. Поэтому и кладбище здесь... В частности, вот это кладбище, здесь похоронены многие великие люди, великие для Чехии люди. Поэтому оно не является закрытым. И вот здесь вот ходить, гулять и фотографировать, это не считается чем-то низменным, непонятным или как-то так. Вот, наверное, я это хотела объяснить вам, чтобы вы не думали, что я какая-то тут такая черная душонка влезла тут на кладбище и просто показываю. Просто эти люди, они... отжили свою большую жизнь, они многое сделали для Чехии. Тут всякие князья похоронены. Тут, по-моему, если я не ошибаюсь, простите, если я ошибаюсь, тут, по-моему, похоронен Антонин Дворжак. Это великий чешский композитор, юмореску он написал, просто потрясающе, если не слышали, послушайте. Вот, и это самый продаваемый музыкант в истории Чехии. То есть он, по-моему, более 50 миллионов его... дисков посмертно было продано. Ни один чех никогда столько не продал. Вот такое кладбище. Я бы сказала, красивое. Если о кладбище можно так сказать, ну, может быть, вот вам будет интересно ознакомиться с тем, как вообще в Чехии вот хоронят людей, как это все убранство, так сказать, выглядит. Извините, может быть, я какие-то не те слова говорю, потому что я с этой темой совершенно не знакома. Если честно, я никогда в жизни не была на похоронах. Меня мама в детстве очень от этого оберегала. Я как-то очень эмоционально воспринимала, если кто-то среди наших родственников умирал. И поэтому она, зная, какая я, как бы всегда меня оставляла у других родственников, если какие-то похороны были, то есть я с ней никогда не ездила, потому я совершенно не знакома с этими обрядами и не знаю, вот как эти вещи называются. Но вот это кладбище, оно какое-то такое, оно умиротворяет. Тут даже приходят люди, которые вот просто садятся и сидят часами, смотрят просто на вот эти вот плиты могильные. Действительно очень спокойно, и оно, конечно, как вы видите, в таком очень хорошем состоянии, это кладбище. Вот тут вот этот же костел находится действующий. Да, некоторые люди совсем недолго прожили. Такие цветы. Сейчас еще подойду к аркам. Там в арках очень красивая роспись. Вот это самое выдающееся такое кладбище в Чехии считается. Именно по тому, какие люди здесь похоронены. Оно уже на сегодняшний день совершенно переполнено, как вы видите. Поэтому, по-моему, здесь уже никого не хоронят. Либо, если только что-то я слышала, что удаляются очень старые могилы, которым уже там пара сотен лет и больше. И тогда на их место хоронят кого-то другого. Веечки тут сразу же поливают эти все цветы. Вот такие вот арки. Это очень популярная туристическая точка Вышеград, и в том числе кладбище. Тут очень много туристов сейчас ходит. Такие вот скульптуры, да. Вот это есть, по-моему, Антонин Дворжак. По-моему, это он. Может быть, я ошибаюсь, потому что Дворжаков очень много в Чехии, это очень популярная фамилия. Я вообще хочу сказать, что в Чехии не так много фамилий. Я не могу сказать, сколько конкретно, но очень часто встречаются люди с одними и теми же фамилиями.
говоришь? Еще на партита вид с Вышеграда. А река все ближе. Железнодорожный мост. Такие домики.